Добро пожаловать в телевизионную студию телекомпании ТВК. Наша телекомпания недавно исполнилась 28 лет. А что такое ТВК? Ну слушай, объяснить, что такое ТВК, особенно вам, ребятишкам, будет сложновато. Давайте искать какой-то общий язык. Например, знаете ли вы, что такое мемы? Да! Супер! Давайте тогда попробуем все 28 лет истории телекомпании представить в мемах. Еще до появления этого модного слова ТВК создавала свои мемы. Давайте вспомним, какими они были. Кладезью казусов и мемов от ТВК всегда была программа «Новое утро». Ведь за 3 часа прямого эфира может произойти всякое. Например, неожиданные, но очень забавные встречи. Прямо сейчас познакомимся с курсом валют на сегодня. Евро сегодня на отметке 68 рублей и 47 копеек, а курс доллара 64 рубля и 15 копеек. И вот уже горожане следуют скорее в обменные пункты, потому что курс доллара сегодня очень выгодный. Хотя, может, и не в обменные пункты, а в какое-то другое место. А иногда в прямом эфире невозможно сдержать эмоций. Ведущий ТВК Александр Смол так искренне похвалил депутатов, повысивших себе зарплату, что стал настоящим мемом Рунета. Вы молодцы, законодательное собрание, вы этого полностью заслужили. Это здорово, вы идете правильными шагами. Это круто куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату. Новости ТВК, флагманский продукт телекомпании, казалось бы, очень серьезный, но тоже породил немало мемов. Представляем вашему вниманию самый короткий выпуск новостей ТВК от Ольги Тепляшиной. Я Ольга Тепляшина, сегодня воскресенье, 27 марта. Всего доброго. Ну и куда же без милых казусов. На съемках корреспонденты ТВК встречали самых разных героев. И многие становились настоящими звездами прямого эфира. И в следующем году, как заверили нас в департаменте городского хозяйства, они обязательно появятся и на Калинина. Мемы на ТВК были, есть и будут. Сегодня интернет-редакция ТВК занимается настоящим мемопроизводством. Это уже часть нашей с вами жизни, а юмор и самоирония помогают узнавать и принимать некоторые новости легче. Третий З. Мы с вами экскурсию подводим к концу. И если говорить про мемы, то, что происходило в эфире телекомпании в свое время за 28 лет, это все было, конечно же, случайностью. Но это как раз и делает телекомпанию ТВК живой. Мы современные, и мы, как мне кажется, разговариваем с аудиторией на ее понятном, доступном, живом языке.